Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть Final Fantasy 9. Да, и сейчас я решил перед тем, как смахаться со всеми, слетать в Трена. Да, потому что... Ай-яй-яй. Так, стоп. Чё не так? Чё-то не так. Стоп. Чё-то не так. Да, во-первых, спуститься. У нас корабль чё-то в скалах застрял. Так, сейчас. Опять извиняюсь, не ту кнопочку нажал. Так, это все понятно. Как его? А, во. Да ё-моё. Извиняюсь, еще раз. Так, с управлением что-то я подзабыл за... А, вот. Это вверх-вниз. Что-то я реально забыл. Так, секунду. Все, я разобрался. Так, стоп. Где там? Вот. Так, все, мы приземлились. Да, я решил сходить в Трена, потому что монетки. Да, надо махнуть монетки. У нас же есть... мы же монеток набрали разных. Да, махнем их сейчас. Получим всякие плюшки за это. Плюс здесь монстра можно смахнуться. Кстати. Кстати, да, смахнуться с монстром. Ну и плюс монетки. Естественно, плюс монетки. Я сюда ради монеток, в принципе, и пришел. Да, вон. Кстати, чё, Коба? Так, стой. Давай поговорим с тобой. Куб-почта. О, новый чемпион, да. Все. Так, отмена. Ну, с этими скупами мы со всеми поговорили, да? То есть, ну, мы у них все взяли. О, новая тварина. Сейчас махнемся. Так, хочу прикупить что-нибудь. Так, смотрим. Оружие здесь так себе. О! Да, возьмем один. Броники тоже так себе. Ну да. Так, тогда я хочу сразиться с монстром. Да, да. Кто? Кто сразится с монстром? Давайте Артём сразится. Можно было, конечно, Виви кинуть. Она бы прям наваляла ему. За каждого монстра дают неплохие бабки. О, это коняшка какая-то. Я первый. Био? Почему? Что за био? 506 урона. Так, ладно. Четвертый уровень. Ой, я не почитал, чего. Она меня вылечила на косарь. Спасибо. Она меня только что на косарь вылечила. 2400. Все, минусанули. Я-то рассчитывал. Она меня вылечила на косарь. Поверить не могу. Вот, держи свою награду. Сапоги скорохода. Так, снаряжение, естественно. Что за сапоги-скороходы-то? А, вот, сапоги-скороходы. Давайте сейчас просто лучше оденем. Это же так, стоп, давайте, во-первых, посмотрим. Удача не нужна, не нужна. Сила. Ну ладно. Так, снаряжение. Я просто смотрю, всем ли мы выдали лучшее. О, не всем. Ей, скорее всего, мы... Во, браслет танцовщицы, все правильно. Да, иногда лучшее не значит, что прям очень хорошее. Так, смотрим по способностям, может есть что? Нет, активировать тут нечего.
Так, а у нашего силача? У силача тоже все пусто. Ладно. Монстром победили. Там вроде всего 4. Двух мы вынесли, одному мы проиграли. К сожалению. Да, еще осталось... Стоп, нам не сюда. Тут есть, конечно, аукцион. Можно попытаться там что-то выиграть, да, но вот не хочу. Совсем. Совсем не хочу, так как там... Ну, есть еще ачивка, типа, надо выиграть сколько-то... Сколько-то... Не сколько-то побед, а выиграть сколько-то этих... ресурсов. Ну, точнее, купить сколько-то предметов. Но это мне не интересно. Мы вот сейчас монетки отдадим. Тут, в общем, все равно, в каком порядке их отдавать. В любом случае, да. Вы получаете деньги. Вот, отдали стрельца ей. За все монетки мы узнаем, где находится 13-е. И все. Эликсир получили. Чего вы? Мы получили от вас 6 монет. 6 всего? Серьезно? А я думал, я больше нашел. Ну, уже игра подходит к концу, если честно. Если так посмотреть, то игра подходит к концу. А мы нашли только 6 монеток. Ну, ладно. Невелика потеря. Я прям не из тех, кто готов собрать все. Здесь все собрать, это... Это очень нереально. Это прям вот... Стоп, во-первых, не туда. Это прям реально очень нереально собрать это все, потому что здесь куча всего. Да, сейчас мы поверху еще немножко побегаем, потому что там куча монстров. Крутых монстров, да. С которыми можно посражаться. Они мне... Раньше они мне прям наваливали. Так, давайте-ка F1 и погнали. Да, вот здесь они мне наваливали. Прям хорошенько так. Мне память не изменяет, и это те самые монстры. А, нет, это не те самые монстры. Давай. 408. Защита, ёпта. Давай, толстяк. Промах. Все. Блин, а у него сомнения. Не, оружие у ребят, конечно, классное. Да. Так, давайте зайдем. Предметы. Противоядие нет. Родной голос, скорее всего. Да. Тут была какая-то пещера, если мне... А, вот пещера, если мне память не изменяет. О, это... А, нет, это не те, это не те ребята. Это совсем не те ребята. Это ж мы где-то вылазили, в общем. И там были птицы, вот эти жесткие, прям прижесткие. Потому что это реально не то все. Тогда ладно, валим на корабль. И давайте начнем штурмовать замок. Опять, да ты сволочь, задрал уже так делать. Палатку получили. Задрал уже так делать, реально. Мы так все ресурсы, блин, потратим. Да, нам, конечно, хорошо бы... Да ё-моё. Хорошо бы поднять уровень. О, во, вот эта птичка была. Минус птичка. Серьезно? Контратака, да. У нашего героя еще и контратака есть. Надо не забывать об этом. 16 опыта и 198 денежек. Да. Поначалу вам, конечно, вот можно пройти всю игру по-быстрому. Так, давайте смотрим на карту. Давай. Так, нам вот сюда. Вроде как. Эсток Газа. Замок Ипсена. Да. Нам в замок Ипсена. Полетели. Да, если вы хотите прокачаться, 99-й вам апнуть будет, ну, очень сложно, я вам так скажу. Потому что 99-й уровень реально будет очень сложно апнуть. В плане того, что это не так уж и легко. Все,
все, вылазим из корабля. Да, вот. Ну, есть ачивка, типа, апните хотя бы одним героем 99 уровень. Но, только хотел сказать, давайте посмотрим, что здесь за монстры. О, какая красота-то, а? Неплохо. Но я умею лучше. Да. Виви, молодец. Косарь 600, смотрите. Так, что у нас по левелу? Значит, у нас только Штайнер просел, да? Остальным надо, смотрите, вагон опыта-то до следующего уровня. То есть, таких монстров можно убить штучек 20. И тогда мы, в принципе, прокачаемся. Давайте-ка я быстренько побегаю здесь, поубивая этих тварей, и продолжим. В общем, ребят, я тут решил сгонять в Александрию. Да, случайно. Закупить лекарства, ну, зелье и все такое. Так, нет, это мне все не надо. Мне нужен любой магазин. Установила школу, игровую площадку, нет дороги, я хочу стать рыцарем Плутона. О, ну разве у нас не масса идей? Проголосуем завтра. Ага, ясно. Просто это народ, который хочет что-то восстановить все. Да, они хотят все восстановить. О, что? Что значит мест нет? Прошу прощения. Ха, понятно. Так, ну это мне не интересно. Продолжай, пожалуйста. На сколько дней вы хотели бы остановиться? Так, мы собирались остановиться на 3 дня. Понял, подождите секундочку. В смысле? Что происходит? Спасибо за то, что подождали. Комната будет свободна вечером. Так, вам подойдет такой вариант? Вечером, значит. А мы предлагаем скидку в 20% за причиненные неудобства. Отлично. Спасибо. Подпишите, пожалуйста, здесь. Оу. Ух ты. А парниша молодец, далеко пойдет. Ха. Но это нам не интересно. Нам нужно сейчас Таргашаси найти. Да, тут смотрите, какая жопа произошла. Жопа с большой буквы Ж. Александрия просто расхреначила в хламину. Нам нужны торгаши. В Александрии, я помню, были торгаши. Парочка торгашей тут точно была. Так, стоп, что я нашел? Лекарство? А, да, можем сейчас еще и в Александрии посмотреть. Тут же сейчас в такой жесткой разрухе стопудово какие-нибудь ресурсы новые появятся. О, кафешка этой бабы. Может, у нее там что есть? Может, у нее торгаш есть? Да, привет. Дай-ка я прогуляюсь, посмотрюсь у тебя тут. О, да, при такой разрухе, да, тут все еще что-то действующее. О, стоп, что это такое? 2680 голды. Ха-ха-ха-ха. Привет, мадам. Так, это мне не интересно. Ага, ясно. Блин, а я хотел поторговать. Надо вспомнить, где торгаши есть. Может, вот тут внизу? О, смотрите, этот город еще более-менее цел. Ну, точнее, это часть города. О, ребята, привет. А, куп почта. А, так, ну, это нам не надо. Привет. Чего? Играй больше, повышай свой ранг. Типа, вот в эту игру можно поиграть? А, Вики может поиграть. А, да, это... А, да, ну тут хреново играть. 4 прыжка. Да, это... Ну, у меня не джойстик, так как я играю на клаве, это немножко геморройно. Так, вроде вот этот кота своего искал. Кто-нибудь расскажет мне, как правильно ухаживать за котенком? Да, этот искал малой своего кота. Дидан. Так, вода грязная, понятно. Когда я вернусь, город был в руинах. Должно быть, знали, что меня не было. Так, нет, это все не то. Ну, по поводу побочных заданий, я не знаю, здесь они есть или нет вообще. Мне это не интересно, мне нужен торгаш. Я вообще по факту прилетел сюда за лекарствами. Мы прокачали ребят, да. Вон, смотрите, 47-е, 39-е. Так, давайте, кстати, по способностям посмотрим, что у него, у Штайнера новенькое есть. Да, вот, терморегуляция и бдительность, придает атаки сзади.
А замедление и перегрев. Вот, замерзание и перегрев ему активируем. Также у нас тут по способностям еще Вики. Я им дал разные камни новые, разные ресурсы, чтобы они прокачали себе больше разных способностей. Да, вот, например, мы еще вкачиваем сейчас себе Бахамута. А, не, уже другого кого-то. Не Бахамута, Бахамута мы вкачали. В общем, да, мы сейчас стараемся прокачать, стараюсь прокачать им различные бафы. А за каждый уровень дают по одному очку, поэтому мы, скорее всего, сейчас хорошенько так поднимемся в этом всем. Да, вот такая вот расфигаренная Александрия. Сейчас я вам покажу. О. Просто расхреначили ее в хламину. Так, и тут бои с кем-то. Ну, здесь бои будут... Ёпта! А, это псина. Я испугался реально. Я реально испугался. Да, 196 опыта. Пух Феникса. Блин, опять. Ой, опять эти маленькие хрени. Ну ладно, они бесполезные. Так. Вернемся на корабль. Давайте посмотрим карту. Здесь еще ведь что-то есть. Александрийская гавань. Нет, нам не гавань нужна. Жилище Куана. Трено. Ладно, поехали в Трено. Да, вот так быстро можно долететь до Трено. Ой-ой-ой, что я творю? Опять я В нажал. Все, здесь просто можно лекарствами закупиться. Так, ладно, давайте я сейчас всем закуплюсь, вернусь к замку, и мы продолжим. Все, мы у замка Ипсена. Погнали. Я подкачал своих ребят. Мы по... Так, это все и есть тот самый замок, про который говорила Хильда. О, да, смотрите, замок огромный, но на любителя. Странно какое-то местечко, будто его взяли и перевернули вверх ногами. А мне такое чувство, что его взяли просто и вырвали откуда-то. Он по тому куску земли, я предполагаю, это. Ёпта, какая армия. Так, трое из вас пойдут со мной, остальные стойте тут на шухере. Слышь, Артём. Что такое, Сина? Я работаю один. Так было и так будет. А, так, понять не могу, зачем ты постоянно таскаешь с собой балласт. В смысле? Так, я говорю, что работать в одиночку куда эффективнее. Я тебе это докажу. Хильда сказала, что есть какой-то способ сломать печать, так? Да, она говорила, что что-то такое. Давай выясним, кто найдет этот способ первым. Я пойду один, естественно. Да без проблем, вали. Сина, ты эгоистичный глупец. Не парься, Ржамбо. Но позволить ему идти. Хорошо, валяй. Он нам не нужен. Я не знаю, какая муха тебя укусила, но если тебе это уж важно, валяй. Хм, так лучше. Все. Ну, всем пока. Ты уверен, что поступил правильно, Артём? А что я могу сделать? Я не в состоянии изменить его способ мышления. Ладно, потопли народ. Пусть Сина поиграет в своей собственной игре. Так, мы набираем армию. Так она у вас набрана. Все, погнали. Так, можем что-нибудь тут осмотреть пока? Ладно, наверх сразу. Так, сохраниться бы там. Да, там, видите, кусок земли, как будто его вырвали откуда-то. И здесь, кстати, вроде еще есть в замке Ипсена есть монета одна. О, сундук сразу нашли. Кинжал. Кинжалы нет, они хламовые. Так, сейчас мы осмотримся. О, еще сундук. Водолей, да, вот монетка водолея получена. Неплохо. Ой, я с кем-то сражаюсь. Ха, новые монстры. Атака сзади, это Цербер. А почему у него одна башка, а не три? Минус Вики. Ёб твою за ногу. Призыв. Ифрит. Атака. Ё-моё, Вики с одного удара просто. «132!» Раму давай.
хрена себе, псина. Да, огненным мечом, конечно, пламя. А, у него две башки даже. Давай Одина. Во, промах, да ты стебешь меня. Да, такую тварину мы не одолеем. У него два рта. Так, предметы. Выпивай. Так, а, волшебный меч мы не можем использовать. Так, атака. Огонь 3, ёпта. О-оу, минус Штайнер, походу. Предметы, эликсир, Штайнер. Мастер, нет, стоп. Предметы, эликсир, Штайнер. Атака. У нас пока только нормально может выпад. Ёпта. Так, эйдолоны. Бахамут. Сейчас я вам покажу, на что способен Бахамут. Ну-ка. Мега вспышка. А вот и Бахамут. Огромный, огромный дракон. Три шестьсот. Е-бой. Минус. 5000 опыта и опал. Так, ну, во-первых, нам жестко наваляли. Жестко наваляли. Пух Феникса. Так, эфиры. Тебе не надо. А, да, снадоби я себе набрал. Не зря же. Сейчас мы всех вылечим, всех подкачаем. Да, конечно, снадобий 90, я вот из 90 осталось всего лишь легеньких, осталось всего 27 из 99. Так, ну что могу сказать? Меньше надо здесь драться. Да, меньше надо драться. Слава богу, запишемся. Стоп, подожди. Муглавка. Вдруг сейчас найдем что-то топовое. Хо-хоу! Так. О, снадобье закончили. Я же забыл, что у нас закончили снадобья. Давайте сейчас закупимся ими. Стоят они копейки. А нам понадобится для воскрешения и всего остального. Так, куб почта. Отдать письмо. Да, мы тут за почтальона теперь. Давайте... Нет. А давайте отдохнем. Там довосстанавливаем себе остатки. И запись. Ух, жесть. Нет, Цербер, конечно, топовый. Но я смотрю, Бахамут ему хорошенько наваливает. Бахамут, да, жестко ему наваливал. О, сундучок. Тихо. Кошачий когти. Кстати. Так, предметы. Все, теперь мы, в принципе, снаряжение лучшее одеваем всем. Подожди, а у тебя что-то было топовое? Да вот, смотри, какие топовые. Кусок вот, кусок луканита. Да он топовый всех остальных предметов. Во, ленточка. Так, стоп. Снаряжение. Все. Ой-ой, я куда-то еще убежал. Хе-хе. Понятно. Так. Ну, она остается только вниз. Давайте вверх сначала попробуем.
Ага. Дабл облом. Ладно, покатились вниз. Так. Что здесь за хренотень? Я не знаю, куда мы ползем. Так, стоп. Я могу к сундуку спрыгнуть, нет? Ну ладно, пойдемте вот сюда. Да, смотрите-ка. А реально он перевернут. Я сейчас этого вот не обратил внимания. Но он и правда, правда перевернут, замок. Если так посмотреть. Налево. А, ну это понятно. О, сундук. Палаш. Ладно, потом посмотрим все это. Не спрыгивать налево. Направо. Нет, стоп. Налево. О, а мы здесь были. Ха, ну, не здесь конкретно. Копье. Нет, нет, ну ладно. Так. То есть, если мы сейчас обежим по той стороне, вот по этой вот стороне, то мы заберем еще один сундук, да? Так. То мы забираем вот здесь еще один сундук. Жезл. Ну, это уже прям интересно. Нет. Так, кстати, что у нас по способностям у Штайнера? Точность, вот, точность ему даем, точно. А бдительность что дает? При защите атаки сзади, вот. А контратака при получении физурона. Ну вот, пожиратель людей, наносит смертельные повреждения людям. Убийца зверей, наносит смертельные... Нет, зверям нет. Убийца нежити, нет. Ом-атака. Использовать ом для повышения силы атаки. Вот это мы уберем. Активируем ответный удар. У тебя что, малой? У малого, в принципе, все шикарно. А, ну и у девайхи нашей тоже все шикарно. Так, погнали. Ой-ой-ой, хоть бы не Цербер. Твою ж налево, призыв. Бахамут, иди наваляй этой твари. Черная магия. Молния. Нет, стоп. Молния третьего уровня. Атака. Волшебный меч. Огонь 3. Неплохо. Но Вики зашел в транс. Призыв. Атомос. Давай третий уровень молнии ему. 2700. И он живой. 366. Что за бред? Огненный клинок третьего уровня. 2970. Ну, мы ему наваляли, да. На этот раз все было быстрее. Сейчас Штайнер еще 40-й скоро апнет себе так. Так. Нас же тут покоцали, надо вылечиться. Так, все, погнали дальше. Благо, зелий вагон. Так, смотрите-ка, интересно. Тихо, что это? Так, странная стенка. Осмотреть. Естественно, осмотреть. Куда уйти-то? Зачем уходить? Осмотреть. Толкнуть. Осмотреть. Колотить.
В любой непонятной ситуации лупи. Обдумать. Колотить. Видите, здесь просто много вариаций, и вот какая-то из них толкнуть. Попробовать долбануть со всей дури. Ха-ха, да. Детка разминается, правильно, красавчик, давай. А? Пнуть с разбегу. Еще разок. Тут такие разные действия, я даже не понимаю. Суть есть вообще в том, что мы сейчас хреначим эту стенку? Ну, давайте передохнуть. Я так и знал. Я так и знал. Стоило нам передохнуть, просто облокотиться. Крабик. Крабик? Что? Стоило нам только облокотиться на нее, и мы сразу же получили предмет. Давайте посмотрим. Крабик. Кусок луканита лучше даже. Может, у тебя крабик? Маг уклонения. Вау. Маг уклонения вообще в минус упадет. Но удача увеличится, защита и уклонение увеличится. Вот маг уклонения не увеличится. Да нет, уж оденем вот этот. Мне вот тут интересно. Может, тут крабик? Во-первых, эта штука покруче будет. Ну да ладно. А, во, крабик. Химера, лечение 2, рискованная защита. Такое себе. Можем сейчас попытаться одеть на вот этого парнишку. Ты достал уже давать мне это кольцо тупое. Лучше этого кольца может быть что угодно. Просто абсолютно что угодно. Даже те же вот сапоги. Маг уклонения и стойкости больше. Но никак не вот это вот удача и маг защита. Вот, давайте удачу уменьшим. И сапоги ему оденем. Так, с этим это мы потолкали. Здесь никуда не попасть. Значит, идем наверх. О, лифт есть. Хм, неплохо. А зачем цепь? Опа. А вот мы и пришли. What the fuck? Кто не успел, тот опоздал. Артем, я победил. Ха, молодец. Только что это хрень? Видишь, сколько времени ты теряешь, работая в так называемой команде? Ты понял, как сломать печать? Посмотри на стену. Может, догадаешься. Вот это у меня уже не колышет. А, ясно. Что ты имеешь в виду? Я доказал, что я прав. Больше я не вижу смысла идти с тобой. А, понятно. Все. В следующей встрече мы будем врагами. Счастливо. А, ясно. А, какой эгоист. Поверить не могу, что он так поступил. Он выбрал свой путь. Мы не в силах изменить его. А мы еще его экипировали, блин. Давайте осмотримся здесь. Мы его еще экипировали. Сволочь такую. Да что осматриваться? Тут вот. Нехрен осматриваться. Надо... Так... А, тут что-то написано. Моя душа, так, предмет в объятиях будущего ветра. Будущего ветра. Зеркало ветра. А, это зеркала. Так, тут тоже надпись. Мое сердце сокрыто неспокойной землей. Ну, это зеркало земли, естественно. Зеркало воды и зеркало огня. Так, это не шутки. Моя мощь защищает... Начина пламени огненного демона. Зеркало огня. Так, ну-с. А, так, а тут у нас что? Моя плоть покоится под гнетом воды. Ну да, да, зеркало воды. Все, мы тут уже больше ничего не поставим. Все, сваливаем вниз.
Так, кажется, мы получили, что хотели. Уходим. Что там за надписи были, Артём? Да то же самое было в Ойлверте. Как Хильда говорила, это штуковины... Так, на стене каким-то образом связаны с печатью. Ладно, давайте подумаем об этом на корабле. Здесь нам больше делать нечего. Ага. Зеркала верни нам на свои места. Твою же ж... Это еще кто? Поток энергии прерван. Энергия Терры. Ёб твою за ногу, что это за тварь? А, ты посмел помешать планам повелителя. Это еще что за крокозябина? Я Тахарка. Верни мои зеркала. Тебе слову пожалуйста не учили? Глист переросток. Ты пожалеешь о своей дерзости, жалкий смертный. Охренеть. Так, надо думать. Я не знаю, что это за мини-босс или босс. Я не знаю, что у нее за способности. Так, волшебный меч, огонь 3. Призыв. Давайте сразу с Бахамута начнем. Атака. Черная магия. Огонь 3. Защита. Обороняется. Да плевать мне. Мега вспышка. Еще давай разочек. 58! Забавно. Бахамута еще раз. Так, ты давай в атаку. Огненный клинок 3-го уровня. 72! Черная магия. Молния 3-го уровня. 2300. Ему плевать вообще. Волшебный меч. Огонь 3-го уровня. Еще раз. Пинок. Промах. Призыв. Давайте попробуем раму. Да, 3200 молнии его нанесли. Давай, парень, прошибай его. Реально, 70 урона. Это ж смешно. Молнию давай еще раз используем. Штайнера уже магии нету. Давай попробуем физоатакой ему просто влепить. 70. Физоатаки против него слабоваты. Ну, пинки у него тоже такие себе. Так. Давай еще раз раму. 2600. Сколько у этой твари атаки? Да, физоатаки ему вообще по барабану. Нет, предметы. Эфир. Мэри дадим. Минус. Е-бой. Да, детка. Ноль. 11 этого. А, ну, 8 косарей. Неплохо, неплохо. Ха. Так. Осколков связь удерживает зеркало единым. Вам не удастся сломать печать. Сдохни. В смысле, ты еще... что? 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 Что, она исчезла? Ладно, хрен с ним. Снаряжение. Нет, предметы. Да, урон этой тварины был маленький. Он просто бесячий был. По факту. Так, ну мы весь замок не разведали, если так подумать. Мы так тут прогулялись только слегка. Сразу задание выполнили. И все. Давайте в самый низ спустимся, посмотрим, что тут есть еще. А, походу, ни черта там нету. Ладно, валим отсюда. Еще бы вспомнить, как только. Потому что я что-то не помню, как. Реально не помню, как. Так, стоп.
Как мы отсюда сваливали-то, блин? Забавно. Это забавно в плане того, что я тупо не помню как. А, стоп, нет. Стоп, а как мы реально отсюда свалим? Вали-то, блин. Блин, вот это потеря-потеря. Так, стоп, мы по какой-то... Мы по какой-то цепи спускались. Мы спускались по какой-то цепи и заходили в какую-то дверь. Давайте попробуем тогда вот тут вот попытаться это сделать. А, вот, все, да. Все, я туплю. Я просто забыл про это отверстие. Походу, замок-то линейный. Только вот непонятно, кстати. Блин, опять сервер, да? О, нет, горгуля и тот чувак. Призыв. Раму. Черная магия, огонь. Мастер меча. Атака. Вот этот вот, огонь 2. Ну такой себе урон, если честно. Две 600. Горгулья почему-то... А, подъем. Горгулью воскресил. Вот сволочь, сволота-то, а. Две 600. 300 урона. Да че вы? Вестник смерти. Промах, защита. Давайте попробуем. Одина призовем. Воздушный удар. Двоих вылечил. Меня так это радует, а. Горгулья маленькая. Взял двоих, вылечил. Спасибо тебе. Маленькая моя горгулья. Вестник смерти. Секир башка. Сколько урона? Живой еще, козел. Промах! Ну ладно. Вестник смерти промахнулся. Ну наконец-то, завалили. Сколько мы получим? 7 косарей. Ну Штайнер апнулся, 3 косаря сверху. Вот, кстати, сундук. А вот как до него достать, я пока не знаю. Ой-ой. Кто там опять? А, черт. Промах. Дабл трабл. Что за... Короче, смотрите, здесь твари, которым физатаки вообще плевать. И это плохо. Так как у нас-то по факту... по факту это автоатаки. А как мне тогда достать вот до этой вот штуки? Блин, опять... Опять эта тварь. Хм, 700 не страшно. Добивай. Да, я же говорю, 700 не страшно. Вики вообще просто жесткий. Он апнул еще уровень, опал получил. Неплохо.
Все, всех подлечили. Так, валим отсюда. Ускоряемся. Опа! Артём, эй, ты... Как там, все в порядке? Твою ж налево, ловушки. Было страшно. Быть может, мы запустили ловушку, когда достигли вверх. Но я рад, что все в порядке. Идем, ребят, снаружи. Поди, уже заждались. Отдых. Да. Запись. Естественно. Давай, давай. Сколько? 48-й апнули мы хотя бы? Нет? Ну ладно. Вот 47-й уровень, а тут максимальный 99-й. Ладно, ребят, давайте тогда пока что мы на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!